Более 50 вопросов смогли задать жители представителям профильных ведомств на очередной выездной администрации. Погода позволила провести прием на свежем воздухе в Центральном парке культуры и отдыха. Общение продолжалось более 2 часов – от ЖКХ и благоустройства до безопасности и соцзащиты. Спектр вопросов, волнующих жителей, широк. В формате диалога удалось решить большинство из них, как говорится, здесь и сейчас. Остальные вопросы зафиксированы и переданы в работу. После рассмотрения каждый из них будет находиться на контроле до окончательного решения. Встречи с жителями в формате выездной администрации показали, что лучшие результаты достигаются, когда проблемы решаются сообща.